Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы поговорим о лечении пациента с болезнью Розай-Дорфмана. Итак, болезнь Розай-Дорфмана, или, как правильно сказать, по имени трех патологов, которые ее описали, болезнь Розай-Дорфмана-Дестомс. Это клональное заболевание с мутацией в генах метагеноассоциированных протеин киназ. Болезнь Розай-Дорфмана может быть ассоциированным вместе с другими гемобластозами и изолированным процессом. Несмотря на то, что у самых первых пациентов была обнаружена массивная лимфоденопатия, сейчас мы знаем, что чаще встречается как раз экстранодальное поражение костей, глаз, центральной нервной системы и внутренних органов. При этом более половины пациентов при системных формах имеют вовлечение кожи, обычно туловища, конечностей, реже лица и шеи. Как лечится БРД? Если это локальная форма, локализованная, то это можно облучить или радикально удалить. А вот если это пациент с многоочаговой формой, тогда проводят химиотерапию клодрибином, цитрабином, малыми дозами метотрексата, иммуномодулятора, ленолидомид тоже описано как эффективные препараты, и, конечно, ингибиторы MAP-киназ. Это BRAF-ингибиторы, препараты, которые широко используются в лечении меланом. Итак, клиническое наблюдение. К нам обратился в 2020 году пациент 59 лет, которому незадолго до этого было выполнено удаление образования в височной области. Однако еще до снятия швов был обнаружен рост в зоне операции, то есть быстрый рецидив. И со временем у него на виске появилась блюдцеобразная опухоль с распространенной узелковой сыпью на коже щеки, лба, волосистой части головы. Это мешало моргать, мешало зрению и, конечно, причиняло пациенту большой дискомфорт. По КТ у него был обнаружен один мезентериальный лимфатический узел до 16 мм. По данным НГС мы обнаружили мутацию MAP-киназы, MAP2K1. Это одна из самых частых мутаций при 10 ацитозах. Ну а при пересмотре первичного биоптаза как раз и был поставлен диагноз. Болезнь Розай-Дорфмана-Дестомс, кожная под вопросом форма. Кожная, потому что все-таки мы чувствовали, что мезентериальный лимфатический узел может потребовать к себе внимания. В связи с тем, что мы расценили это как локальную форму, мы выполнили местное облучение. И уже через 3 месяца вы видите хороший положительный эффект. Вся узелковая сыпь прогрессировала, а на месте самого большого очага осталась только остаточная пигментация. А уже через 3 года вы видите, что и пигментации нет, и от болезни не осталось, как говорится, и следа. Правда, отматывая назад, через год после облучения пациенту сделали повторное КТ, и в мезентериальной области обнаружили образование, которое выросло с 16 мм до 22 на 34 мм, то есть это больше 3 см образования. Поэтому было принято решение его радикально удалить. Операция была сделана, и была подтверждена болезнь Розай-Дорфмана. И тогда уже диагноз поменялся. Системная форма болезни Розай-Дорфмана с поражением кожи головы и мезентериального лимфатического узла. Несмотря на то, что процесс системный, была достигнута полная ремиссия, без химиотерапии. Пациент вернулся к привычной повседневной жизни с хорошим качеством. Период наблюдения больше 2 лет. Таким образом, интересно, что в гистиоцитозе очень аккуратно называют не злокачественными заболеваниями, а клональными заболеваниями. И действительно, у этого пациента, несмотря на то, что, в общем-то, клональность доказана и процесс системный, болезнь Розай-Дорфмана у него протекает достаточно доброкачественно, поскольку местная терапия привела к длительному ответу даже при системной форме. Я бы хотел сказать большое спасибо своим коллегам за участие в лечении этого пациента. Врачу-радиологу РНЦР ХТ Виноградовой Юлии Николаевне, патологу Белоусовой Ирине Эдуардовне, дерматологам Петуновой Ирине Георгиевне, Смирновой Ирине Олеговне и, конечно, врачу-патологу из Парижского центра Жанну Франсуа Эмилю за возможность выполнять нашим пациентам генетические тесты. Мое выступление – это часть большой работы нашего центра, посвященной гистиоцитарным расстройствам у взрослых, реактивным и клональным. Все наши публикации доступны на нашем сайте, и мы всех будем очень рады там видеть. Спасибо большое вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо.